Нового главу Вилючинска выбрали депутаты города Подводников. Им стал единорос Игорь Головчак, за него проголосовали единогласно. Вторым кандидатом был другой представитель партии Борис Эмих. Игорь Головчак родился в Октябрьском в 1979 году. В 2016 он стал главой Октябрьского городского поселения, за год до этого занял пост председателя собрания депутатов. Отметим, выборы назначили в связи с досрочным прекращением полномочий Сергея Потапова. Его уволили по статье об утрате доверия из-за нарушений антикоррупционного законодательства.